все очень ждали эту победу, потому что не знаю сколько, ну, болельщиков тоже ждет это давно. У нас, ну, можно сказать, наконец-то получилось победу. Мы сегодня очень хорошо сыграли, заслужили. За счет чего в первую очередь получилось победить? Это самоотдача или что, сконцентрированность? Нет, ну, у нас не все ребята знают, что у нас есть еще возможность попадать в Лигу Европ. И наше тело такое, это наше тело сейчас. И у нас есть еще один игра там, Шалк. И у нас есть вот эта возможность. Мы должны бороться за это. Так совпало, что сегодня твой 100-й сухой матч за Локомотив. Мы, во-первых, тебя поздравляем, во-вторых, пару слов об этом. Что ты чувствуешь? Спасибо. Ну, я очень рад. Самое главное, что команда сегодня выиграет. Я всегда говорю, что для меня не важно играть на ноль. Для меня важно выиграть. И у нас сегодня, ну, когда на ноль играют, хорошо. Но лучше играть, выиграть 2-1, чем 0-0. И, ну, это плюс, конечно, но самое главное, что мы сегодня выиграем. Давай теперь 150 сухих отметим. Ну да, буду работать для этого.